Привет, вы на канале Мир Земля. И сегодня мы будем делать подставку для телефона или планшета или так далее. Нам надо бумага. Бумага А. И все. Больше ничего не надо. Теперь первым берем лист отсюда. И заворачиваем его вот так. Ровненько. Вот так вот. Теперь берем отсюда и делаем такие вот скибы. Второй. Вот. И вот этот вот. Первый листочек, где мы сделали сейчас гиб, поднимаем наверх и вот сюда. Второй точно так же. Поднимаем наверх. Делаем. Вот так делаем вот сюда вот. И вот это вот сюда вот. И вот эти вот два туда назад. Теперь. Там все это сделали. Тут дырочка. Ее вот так. Тут вот так вот прогибаем, чтобы получился квадратик. Все ровненько. Прогибаем. Вот. Теперь вот это вот. Вот эту вот часть, ее на эту, смотрите, вот этот вот кончик поднимаем наверх, до вот этого. Кончик, смотрите, вот этот кончик поднимаем наверх, вот так складываем. Получилось вот так вот. Вот так вот. И вот этот кончик на другой. Вот этот вот сюда. Точно так же. Теперь у нас такая получилась фигурка. И теперь там так делаем, где вот тут кончики, их сгибаем. И вот эти вот края открываем. Кстати, а вы не помните про блокнотики? Сейчас. Помните, там на канале, когда мы делали карту, я вам показывала, как, если вы наберете лайки, я сделаю блокнотики. Сейчас я их найду в моей коробке. Это мой цветок. Я им писать. Это карандаш-цветок мой. Я его люблю, ценю и так далее. Головоломка. Подставки эти. Пять подставки. Подставки. Лягушонок в окошко. Вот они, блокнотики. Помните. А если вы хотите, чтобы я сняла это видео, тогда подписывайтесь на канал. Если у меня будет больше 13 лайков, ну, подписчиков, то есть, тогда я сниму это видео на канале. Карандаш. Соберем все обратно. Быстренько все соберем и будем продолжать видео, а то мы слишком сильно отвлеклись. Так. Уже не помещается. Вот такая ручка. Вот. Дальше мы открыли. Теперь мы не полностью открываем. Вот видите? Вот тут вот, видишь, дырочка? Видите дырочка? Ее надо вот так закрыть, чтобы ее не было. Вот. Ее не должно быть.
Вот теперь у нас там такой. Вот этот вот треугольник отгибаем вот в эту вот сторону. Вот так вот. А теперь вот тут же. Вот тут вот так делаем. Сжимаем вот так. Сжимаем. И вот и все, наша подставка готова. Смотрите, как легко и просто ставится планшет или телефон. Вот так вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте про конкурс. Всем пока-пока!